Собака – друг человека. Причем друг этот может быть совершенно разным. Маленьким и озорным проказником, большим и сильным защитником, или же вам самим придется его защищать и оберегать. В детском парке прошел парад, но весьма необычный. Вместо плакатов в руках у людей были поводки, а вместо лозунгов «Мир, труд, май» – команда «Сидеть, лежать» или «Голос». Меня зовут Катя, ну это Поля и Задавака. Поле 4 года, Задаваке 7 месяцев. Порода бигль. Малая английская гончая. Мы должны показывать команду сидеть, лежать, дай лапу и умри. Чихуахуа, овчарки, хаски, шпицы, терьеры, таксы и многие другие пришли сегодня покрасоваться в центр города. Многие из присутствующих собак уже имеют награды. За красоту и умение этот мастиф уже настоящий чемпион не только нашей страны. Вычная собака, она юный чемпион России, чемпион Украины, чемпион Беларуси, гранд-чемпион Беларуси. А полное вот имя есть у нее? Есть Алин Руст из Самар, Прима Виолина. А некоторые псы есть в нашем городе только в единственном экземпляре. Абрамушкина Елена, хозяйка этой собачки, любит быть во всем уникальной. С конца 20 века начали восстановление этой породы. Это бурят, монгольский волкодав, или еще их называют хаташо по-бурятски, что значит в переводе «дворовый волк», или же по-монгольски «банхар» – толстый, пушистый. Зубы для этих собак, как бы, это уже последнее, можно сказать, дело – пускать их в ход. Если уже как бы в других никаких сил не остается, чтобы тогда уже он показывает, кто в доме хозяин, и выдворяет непрошенных гостей. Все собаки на вид очень разные, но всех их объединяет одно – это преданность своему хозяину и потребность во внимании и заботе. А еще четверолапые получают огромное удовольствие лишний раз покрасоваться перед людьми. Сергей Гудков и Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».